Я гражданка Норвегии, и в этом видео расскажу вам, как я получила гражданство и что мне для этого понадобилось. Первое условие – это прожитое время в Норвегии. Когда я подавала документы, требование было 7 лет, но с прошлого года это требование подняли до 8 лет. По факту это значит, что из последних 11 лет вы должны были 8 лет прожить в Норвегии. Второе условие – это знание норвежского языка. Надо сдать языковой экзамен как минимум на уровень B1. Это требование, кстати, тоже повысили, потому что раньше хватало и уровня A2. Третье требование – это сдать экзамен на гражданство, который состоит из 36 вопросов, из которых 24 должны быть отвечены правильно. Вопросы в виде теста, то есть с вариантами ответа. Как по мне, так экзамен сравнительно легкий, потому что после прожитых 8 лет в Норвегии о многом вы уже будете знать из своего опыта. Последнее требование – это предоставить справку из полиции и оплатить пошлину на заявление о гражданстве в размере 6500 крон. Ну и все в принципе. Заявление на гражданство рассматривается примерно 1 год.